Дипломы, благодарности, награды, фотографии и она – пшеница. В колосьях, соломенных фигурках и даже вместо цветов – в горшках. В рабочем кабинете ученого-селекционера Баграта Исменовича Сандухадзе все напоминает о его главной в жизни страсти и предмете изучения. Баграту Исменовичу исполнилось 90. Он признается, что ни разу не был в отпуске, а с апреля до конца октября всегда работает без выходных. Любовь пшеницы, наверное, я вам могу сказать. Вот как это вот Лукьяненко что-то сказал, селекция. Селекция – это не только наука, но в определенной мере и искусство, успехи которого немыслимы без творческой мысли, без вдохновения. И, главное, без любви к делу. Вот он сказал так. Я полностью с ним согласен. В числе достижений доктора сельскохозяйственных наук 20 сортов озимой пшеницы. Есть и уникальный «Московская 39», который позволил наладить в центре России собственное производство продовольственного зерна. И работа продолжается. Первое, что решили, это урожайность. Второе – это качество. Наших сортов 130 центров, да? Белка 17%, 18%. Таких сортов нету нигде. В своей работе Баграт Исменович всегда привык думать о будущем. Поэтому в свой день рождения желает себе лишь одного. Каждый человек себе желает здоровья. Почему? Потому что когда здоровый, что-то можешь работать, пользу приносить себе и обществу, государству. Вот это важнейший показатель. Поздравить академика с 90-летием приехали ученые-селекционеры со всей России. Среди подарков много колосьев озимой пшеницы, в том числе и живых. Людмила Андреевна, это для меня самый дорогой подарок сегодня. Мы думали везти розы, там все. Потом я говорю, да. Баграту Исменовичу, вот как для меня Баграту Исменовичу, да. Лучший подарок, букет. Да. Это да, букет, да. Из вот, колосьев. Нет, это лучше всего, что вы приехали. Это на втором месте. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».